Во второй части трилогии Инуи Дзюдока мы подробно рассмотрим Инуи Кумиката. Мы раскроем все приемы и секреты, которые позволили Инуи стать одним из самых великих атакующих дзюдоистов мира. Инуи разбивает все приемы кумиката, используя четкое обучение крупным планом с демонстрацией возможностей для атаки. За этим следуют невероятные примеры соревнований мирового уровня. Все небольшие обманы и уловки, которые были разработаны Инуи, чтобы доминировать над каждым из его соперников, полностью будут раскрыты для вас. Инуи покажет, как контролировать и управлять соперником с разными типами стоек, с правосторонним или левосторонним захватом, включая диагональный захват сверху на спине, борясь в экстремальной стойке или когда соперник делает захват на плече. Мы посмотрим на Учигари, который служит для подготовки к Инуи Учигари. Посмотрим на различия в его технике, когда он борется с правшами и левшами в категории свыше 100 килограммов. Инуи расскажет нам все о том, как выигрывал на чемпионатах мира с 1999 по 2001 года. Мы подробно рассмотрим, как он доминировал в двух турнирах, анализируя используемые им приемы и как ему удавалось оставаться номером один такое долгое время. Инуи также даст нам комментарии, и мы получим превосходное понимание о соревнованиях в Японии и основных моментах чемпионата Японии 2001 года, когда он одержал победу в финале над Шиничи Шинахарой, и это был одним из самых важных моментов в его карьере. Все это и даже больше во второй части Инуи Дзюдока. Инуи трилогия. Часть первая – Учимата. Часть вторая – Дзюдока. Часть третья – Самурай. Смотрите на Суперстар Дзюдо. Подписывайтесь на Суперстар Дзюдо.